Всем привет! В этом видео покажу, как быстро установить кошелек MetaMask. Уверен, что вам он пригодится, особенно для тех, кто собирается участвовать в IDO, на разных лаунчпадах и так далее. Допустим, те же самые NFT покупать, продавать, то это очень удобное средство для использования, классный кошелек. Итак, на официальном сайте нажали «Скачать», выбираем определенный браузер или систему, в данном случае у меня Chrome. Нам нужно кошелек установить. Ждем. Занимает пару секунд, и кошелек уже у вас находится в том же Chrome. Закрепляем на панели. Готово. Теперь открывается сайт. Добро пожаловать, и начинаем работу. MetaMask. Создаем новый кошелек. Здесь совсем соглашаемся. Можете для себя прочитать. Пароль придумываем. Пароль должен быть очень хорошо защищен. Побольше символов разных и знаков. Создать жмем. Можете посмотреть инструкцию, но в принципе я вам все покажу. Далее здесь нужно сохранить вот эту фразу. Это сид фраза, состоящая из 12 слов. Если вы ее потеряете или кому-то она попадет в чужие руки, то вы можете лишиться всех средств на своем кошельке и вообще доступа к нему. Эта фраза должна лежать там, где никто другой не доберется до нее. Сохранять в текстовом документе – это не из лучших вариантов. Я сейчас записываю данный кошелек и пример просто для того, чтобы вам показать. Итак, мы ее записали, нажимаем «Далее». И тут нужно в том же порядке все выставить слова, которые записали ранее. Все выставили по порядку, нажимаем «Подтвердить». Поздравляем, выполнено, тест пройден, кошелек установлен. Изначально у нас сеть Ethereum, мы видим здесь свой адрес кошелька и название аккаунта. Сюда нужно еще добавить, допустим, сеть Binance и остальные сети. Делается это все очень просто. Ethereum у нас дорогая сеть, и мы добавляем Binance Smart Chain. Данные по заполнению сети Binance Smart Chain я оставлю в описании под видео, а также остальные сети, если вам нужно, запросто можете найти в Гугле. Заполняем все, как у меня. В описании, как и говорю, все полезные ссылочки, как и на сайт, как и на эту сеть. Все есть. Нажимаем «Сохранить». И вот у нас появилась новая сеть. Соответственно, мы можем переключаться уже между сетью эфира и Binance Smart Chain. Кроме этого, сюда можно добавить разные токены, они наверняка вам пригодятся. Это делается легко. Заходим на сайт CoinGecko. Допустим, ну в принципе, добавим USDT. С правой стороны мы видим контракт. Здесь на эфириуме есть. И на Binance Smart Chain. То есть мы нажимаем сразу на MetaMask. Он добавляет этот токен сразу к нам сюда. Открылось такое окошечко «Добавить токен». И смотрим, что произошло. Появился. Также, если нет такой возможности, чтобы автоматически добавлял, допустим, не на MetaMask, нажимаем, а просто копируем сам адрес, сам контракт. Опять же, нажимаем импорт токена и здесь вводим данный адрес. Адрес контракта токена. Видим, символ появляется и нажимаем добавить импорт. Готово. То есть все токены легко сюда добавляются. Также можно сделать на сети Ethereum. И хотел добавить, что тут можно создавать несколько аккаунтов. Допустим, это один ваш аккаунт. Можете создать еще дополнительный счет. И как хотите там назвать. И между ними можно переключаться. Копируем адрес счета. То есть видим, что адрес этот уже отличается. Здесь. На этом все. Пользуйтесь, если будут вопросы, то пишите.